боковой судья. Смотрим. В разных стойках ребята стоят. Ах, подскользнулся Дурманов. Что-то на что-то наступил, или этот пот от прошлых спортсменов остался. Нога поехала. Односторонний захват у Дурманова. Бросок через спину с колен. 4 балла. Как красиво в правую сторону исполнил с односторонним захватом Дурманов. Бросок через спину с колен. На всю спину, да, прокатился и ушли за ковер. Хотя вот здесь тоже Саликов даже отвечал, но это было движение в партере и за ковер. Коленко готовит атаку Салихов. Дурманов держит блок. Держит блок, не бьют ребята в захвате друг друга. Хотят побороться. Вот здесь вот тактически вывел своего соперника Салихов за ковер. В общем-то, замечание за выход за ковер должно было, по идее, быть объявлено. На табло я его не вижу. Замечаний не было. И вот спина с колен. Еще одна. Судья приняли решение не давать эту оценку. Мы, видимо, на видео повторе сможем понять, почему. Тут совсем конец действия уже. Возможно, что на коленях уже перемещался бросающий, то есть синий. Броски оцениваются сразу. Либо бросок произошел, вставая на колени. А если на коленках идет движение, ходьба на коленях, то уже оценки нету. То есть это некоторые специалисты называют тяжелая атлетика. То есть он не технически бросил соперника, а силой вынудил. Перетянул, перетягивание каната. Вот здесь опять спина с колен выполнялась. И вновь Дурманов подскользнулся. Упал на свои ягодицы. Саликов идет вперед, конечно же. Ему стоять не нужно. Желание отыграться. Хорошо подловил Дурманов. Внутренним лоу-киком выбил ногу. Потерял равновесие Саликов. Ну, продолжает идти вперед. Опять односторонний захват у Дурманова. Вот теперь Саликов бьет в захвате. Не ждет, когда его бросит, как в прошлый раз. И еще балл Дурманов зарабатывает за проход в ноги. Вот тот раз они не бились в захвате. Теперь Саликов понял, что в захвате-то все-таки надо расслабляющие удары наносить. Иначе Дурманов готовит свой прием, свою спину и сделает еще раз. И опять через спину с колен. Еще один бросок. 2 балла оценивают судьи. Ну, там скорее, да, 2 балла. Там почти спина, но все-таки мы видим, что да, больше на бок. Одной лопаткой Саликов не касался при падении. Поэтому 2 балла, в общем, за это получает Дурманов. Счет становится 7-0. Блок держит Дурманов. Саликов поддавливает. Есть попытка на удушающий прием. Выкатились за ковер. Я думаю, что Дурманов здесь сознательно выкатывался. Увидел край ковра и просто осознанно выкатился. Потому как нахождение за спиной своего соперника, это крайне, конечно, опасно. Тут и удары могут наноситься, и удушающий прием можно провести достаточно эффективно. Минута 53 осталось биться. И опять к захвату к одностороннему Дурманов рвется. Коленко проверяет Саликов. Подсечка! Подсечка!